В Чувашии ожидается оранжевый уровень опасности. Синоптики прогнозируют аномально холодную погоду со среднесуточной температурой воздуха на 7-9 градусов ниже климатической нормы. Напомню, накануне неблагоприятные метеорологические явления привели к тому, что несколько тысяч человек в разных районах республики остались без света. Бригады энергетиков целый день и всю ночь восстанавливали электроснабжение в пострадавших населенных пунктах. Всему виной образовавшаяся наледь на линиях электропередачи. Из-за нее провода провисают и попросту обрываются. В регионе господствует антициклон. Именно он пригнал в республику холодную воздушную массу. Смешавшись с теплым воздухом, получилась вот такая сказочная картинка за окном. По прогнозам гидрометцентра, в Чувашии холод продержится вплоть до следующей недели. На дорогах сохранится гололедица, на ветках деревьев и проводах ледяные наросты. Так что коммунальщики и энергетики без дела снова не останутся. Что касается ветра, в ближайшие дни, по словам синоптиков, дуть он будет слабо, преимущественно с востока, а вот по ночам обещают серьезный минус. Местами, особенно восточные районы республики, там температура воздуха будет опускаться до минус 25. Дневные температуры минус 9-14. Так как малооблачно, то преимущественно без осадков. И пока по расчету такая погода у нас сохранится до вторника.